Уважаемые коллеги, доклад посвящен традиционной трансляционной модели. Это аутбредные крысы Вистер. Конечно, логично работать на линейных крысах и мышах в каком-то смысле, но также интересны именно эти крысы своей изменчивостью внутри одной выборки. Дело в том, что цель наших исследований как раз ловить и объяснять индивидуальную изменчивость, то есть фенотипические отклонения. Почему это важно? Ну, собственно, так, если я справлюсь. Это продиктовано нуждами персонифицированной медицины. Ясно, что человека нужно лечить одного конкретного, а не популяцию людей, которые просто потому, что они называются Homo sapiens. Вот, и масса работ появляется в последние годы. То есть волна была где-то в 30-е годы по индивидуализации экспериментальных животных. Но сейчас волна поднимается снова, это буквально работы последних 2-3 лет. Всем бы нам хотелось, чтобы наши модели, наши крыски в коробке, в клетке по 6 штук были абсолютно одинаковыми. Да? Для этого мы, почему нам это нравится, чтобы не тратить много времени, чтобы применять обычную статистику. Но нет, они разные все. Я вам немножко попытаюсь это показать. Мы провели довольно длительную серию экспериментов специально по выявлению корреляций по нескольким тестам поведенческим с целью обнаружить одну или две, может, три крысы, которые стабильно выпадают в каждом тесте. Объяснить, почему они выпадают, это уже следующая задача. Но как это сделать? Вот, значит, что можно сделать, это немножко я забежал, сейчас вернусь. Что сделать для того, чтобы выявлять индивидуальность животных в выборке. Ну и здесь вот, так скажем, рекомендуемые меры, которые мы можем применять при своей экспериментальной работе. Ну, совершенно ясно, что первое, что нужно делать, нужно абсолютно точно соблюдать стандартный регламент работы, то есть протоколы, включая то, что работать должен один человек с минимальным контактом, всегда одинаково пахнущий, одинаково одетый. Ну и вы прекрасно понимаете, что крысы познают мир и реагируют в результате не зрительных образов, как правило, а в результате обоняния своих сигнальных систем. Ну и такой один перспективный, интересная мысль пришла нам в голову, что если бы предварительное тестирование по выявлению характера, типа или, как теперь говорят, личности животного, если бы простейшие тесты проводились еще на уровне вивария, мы могли бы иметь большую выборку животных разного психотипа. И, соответственно, не выбраковывать из нашей группы и без того маленькой, а сразу прицельно выбирать определенный тип. И это можно было бы, наверное, когда-нибудь наладить. Значит, чтобы выявить отклонения, ну, назовем прямо личностные отклонения, которые, собственно, и вызывают те или иные изменения в типичном поведении, конечно, нас интересует при этом генетика. Генетика, эпигенетика, так скажем, специфическая физиология, которая все равно имеет генетическую основу. Но кроме этого, поведенческий эксперимент, как правило, засорен массой негенетических факторов. Здесь вот приведены такие наиболее типичные, и много-много других еще существует. Для этого, повторяю, нужно подходить очень точно и скрупулезно к постановке экспериментов и тратить на это много сил и времени. Вот в нашем опыте были поставлены две основные задачи, так можно было бы их сформулировать. Установить связи между различными показателями в разных тестах,
которые могли бы так или иначе фенотипировать нашу группу животных. Группа маленькая, сразу скажу, это две клетки по 6 штук. И интересно, что две, потому что оказалось, есть разница между клетками совершенно необоснованная. Крысы одинаково посаженные, в одни дни тестированные. Разница только в том, одна сидела в клетке 3, другая в клетке 4. Казалось бы, причину, я лично усматриваю причину только одну. Какие-то социальные отношения в каждой клетке свои, соответствующий стрессорный уровень или, состояние покоя различное в двух клетках. И результаты в некоторых тестах получились разными, а в некоторых нет. Вот для этого мы использовали главный такой подход для выделения личностных, индивидуальных особенностей животных из группы. Эти особенности должны повторяться в разных тестах. Не внутри одного теста между показателями должна быть корреляция, а должны быть установлены корреляции между, казалось бы, не связанными показателями разных тестов. И таких должно быть, как мы для себя решили, рекомендуется, не менее 3. И вот что было выбрано. Значит, в качестве основного базового теста лабиринт Барнса, здесь протокол обозначен, не буду в детали вдаваться. И дополнительные, надо сказать, не предварительные, а последующие, посттесты. Вот этот 8-лучевой лабиринт, открытое поле, светло-темная комната и регистрация стартл-рефлекса. Немножко неправильно показано, 8-лучевой лабиринт был в самом конце. А сначала вот эти простые одноразовые тесты. Значит, чем интересен лабиринт Барнса и 8-лучевой? Это типичные тесты для установления, когнитивных функций. Это очень длительные, особенно 8-лучевой, куда входит длинный ряд тестирования на обучение, потом на переучивание. Это занимает, дней, наверное, 15-20. Барнс побыстрее, но тоже утомительный. Вот здесь приведены основной тест, вот эта колонка слева. Это показатели, полученные в лабиринте Барнса для одной клетки B4 и для другой B3. Значит, какие поведенческие показатели коррелируют с какими показателями в других тестах. Ну и вот интересный, кстати, результат. В клетке B4 показатели коррелируют с множеством показателей в 8-лучевом лабиринте, а в B3 практически ни с одним. Корреляция не установлена с 8-лучевым. Причину можно пообсуждать, но не сейчас. Вот. Сразу могу сказать, что никакой корреляции с длительностью старта ответа мы не нашли ни по какому показателю. Ну, во-первых, потому что старт очень стабилен, хотя там были отклонения у двух животных, но корреляция не установлена, то есть их природная, медлительность срабатывания нейронных цепей не отражается на поведенческих тестах. Вот здесь показана динамика обучения и переучивания в Барнсе. Слева одна клетка, справа другая клетка. Значит, заранее уже обозначены наши выводы, которые были сделаны в последующих опытах. Вот крыса номер 5 в левой колонке и крыса номер 6 в правой колонке, они так или иначе выпадали. И они более жирными линиями здесь обозначены. Можно видеть, насколько на среднем графике слева эта жирная линия выше всех остальных, или внизу. Это Барнс. 8-лучевой. Пытались найти именно тех же самых крыс. И нашли. Опять слева 5-я, справа 6-я. Вот они жирно выделены, но не во всех показателях. Собственно, какие показатели? Посмотрите. Время нахождения цели. Число ошибок, сделанных, пока эта цель не найдена. Да? И активность. Это верхний показатель делится на нижний, на время. И показано, сколько попыток что-нибудь найти сделало животное за единицу времени. По существу это активность поиска. Вот здесь теперь
не динамика, поскольку это одноразовые тесты, однократные, открытое поле. Обратите внимание, слева опять одна клетка, справа другая. Черный столбик на каждом, на каждой диаграмме – это медиана. И все, что все номера 1, 2, 3, 4 – это 6 крыс на каждом графике. Значит, все, что выходит за пределы медианы на 25% вверх или вниз, мы считаем выпадением. И вот эти выпадения, смотрите, вторая, пятая слева, пятая слева, пятая чуть правее, пятая, шестая еще правее. То есть везде пятая присутствует. Ну, а там практически везде присутствует шестая, она подключается еще третья изредка. Дальше светло. Темная камера. Тот же самый принцип этих картинок. Какие показатели? Время присутствия на свету, процент относительно общих 5 минут, значит, тестирования. Количество стоек, как в общем признак исследовательской активности. И количество выглядываний, деленное на время, проведенное в темноте. Крысы, находящиеся в темноте, интересуется светом путем выглядывания. Это тоже вариант исследовательской активности. Ну и то же самое, медианы, черные столбцы, выпадая слева, пятая, пятая, пятая. Ну, только либо превышает значительно медиану, либо снижает. Ну, а справа шестая и первая подключается в светло-темной камере. Вот заключение. Может быть, я слишком быстро. Давайте тут пробежимся. Значит, мы установили, наша задача была установить связи. Мы установили связи с высоким коэффициентом корреляции, значит, не меньше 0,78, по-моему, был минимальный, а в основном ближе к 0,9. Вот, между некоторыми усредненными характеристиками в тестах Барнс, ну и вот цепочка этих тестов. Со стартом не удалось обнаружить корреляции. Дальше. Выделено по одной особи в каждой клетке, обладающих устойчивыми отклонениями ряда характеристик в батарее из 4 тестов. То есть мы выполнили это требование. Устойчивое отклонение. Из каждых 6 нашли по одной точно, а то, может быть, там и по 2. Дальше. Интересное тоже достижение. В восьмилучевом лабиринте, почему мы его отнесли в самый конец? Потому что он, в принципе, стрессирующий существенно тест, он должен выполняться на фоне депривации, либо пищевой, либо питьевой. И мы сравнили вот эти две клетки. Одна была на пищевой депривации, другая на питьевой. Но оказалось, что результаты на питьевой депривации, умеренная питьевая, это не сутки не пить, как делают некоторые индусы, а только 12 часов. 12 часов им не давали воду в клетку. В остальное время они пили спокойно. Значит, чем хорош этот метод? Во-первых, очень плотно ложатся результаты. Нету такого дикого разброса, как в пищевом. Во-вторых, это контролируемая депривация, им просто не дает ничего. А пищевая депривация, когда им дает мало, и кто из них в этой клетке съест больше, никто не знает. Альфа-самец не подпустит никого, будет заниматься этим сам. Поэтому рекомендуем водную депривацию. Ага, заканчиваю, да-да-да. Значит, мы понимаем, что психофизиологические и генетические какие-то корреляты также должны быть взяты для индивидуализации животных, но здесь мы это не рассматриваем, просто осознаем. Вот. И в дальнейшем предполагается применение вот этих двух тестов в качестве претеста или посттеста, они безобидные, открытое поле и светло-темная камера, для фенотипирования животных в когнитивном тестировании. А когнитивные у нас работы идут на Барнсе и на восьмилучевом обычно. Все, благодарю за внимание. Поскольку вы поведенцы, то примерно вам поведение. Спасибо, Дмитрий Германович, за доклад и постановку проблемы. Скажите, вот буквально, это крысы Вистер, да? И вы не сравнивали, да, не изучали вот такие же корреляции на линейных животных? Нет, мы, понимаете,
Почему мы это стали делать? Ну, во-первых, потому что мы располагаем бистерами в неограниченном количестве. Во-вторых, наша работа вторая и, может быть, даже более важная, идет на макаках, на обезьянах. А там линейности быть не может. Угу. Это понятно. Совершенно обрели. Да. Это индивидуальность, да, так же, как индивидуальность людей. Этот подход для работы на приматах. Да, да, да. Да, да. Все, спасибо, спасибо. А, еще один вопрос. Ну, давайте, да. Не уходите. Да, спасибо уходите. Огромное за очень актуальный вопрос, потому что доклад, потому что все сейчас сталкиваются с такой проблемой, что ЛЭК уменьшает, просит уменьшить количество животных до минимально возможного, и, соответственно, вот перед всеми стоит проблема. Значит, минимальная группа для статистической обработки – это 5. Получается, вот по вашим результатам, что если как минимум одна выпадет, останется 4. Как ваше мнение, какое все-таки минимальное количество животных должно быть в эксперименте, чтобы получить гомогенную группу? Я думаю, для всех этот Я вопрос понял. Актуален. Понял ваш вопрос, и у меня уже сразу готов ответ. Значит, статистика такая чудесная вещь, она вам докажет даже на 4, понимаете, из которых одна выпадет. Вот, в статьях, которые посвящены как раз вот этим аномальным вариантам поведения у крыс, аутбредных, да, а это нормальное явление, рекомендуют не меньше 12. Понятно, да? Спасибо. Спасибо, Дмитрий Германович. Больше времени на вопросы у нас нет, поэтому я объявляю...